Короче говоря, ребят, драповая ткань, вот такой огромный кусок, цвет непонятно, то ли темно-серый, то ли черный такой какой-то. Короче, вы поняли, да, вот нужно прийти, посмотреть, все это дело будет висеть у нас 23.04, предпоследний день, когда мы будем вывозить ткани в принципе с магазина, джинса, видите, да, такая темненькая, красивая. Все это будет висеть 23.04, цены будут установлены, можно прийти будет и приобрести в последний день. Потом будем освобождать комнату с тканями для переезда. Вот такая ткань, вот такая, вот, кстати, клетчатая, тоже драп, я не знаю, можно на пальто, можно теплую юбку пошить такая и зимой ходить, короче, вообще шикарно. Или платье такое, знаете, сделать из драпового полотна. Тяжеленная, зараза, но ничего, зато тепло. Вот такая, кусок, жалкий кусок ткани, вы видите, ну тут вообще нечего смотреть. И вот, короче, лен. Ткань льняная, можно пошить, короче, много тут простыней. Можно, и, короче, что угодно можно пошить, под одеяльник там, да. Фух. Короче, ребят, все ткани будут 23.04 во вторник уже висеть на тремпелях. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайки. Всем пока.